за полную цену, ребята, это не надо это брать, окей? Знаете, кто создал этот бренд? Вы сейчас удивитесь. Но цветные тени, извините. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Ой, ребята, сегодня у нас тест кимчи-чик, кимчи-шик, виган-бьюти, или... перепутала с Кэт Ван Ди. Кимчи-шик, кимчи-чик, я не знаю. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Я думаю все-таки, что кимчи-чик, а не кимчи-шик. Ну ладно. Ребята, давайте посмотрим, что мы сегодня тестируем. Вот такую замечательную пудру. Куда же без отражателя хейтеров. Вот эту палеточку. Я так вздыхаю, потому что мне есть что сказать. Также вставила в этот видос рандомные вещи, например, тон от Клиник, туши Джеффри, который мне отправили Литуаль, и агентство одно рекламное, но мне это отправили просто как пиар-рассылочку. Ну и раз у нас тут Джеффри, я также вот такую помадку притащила. Начнем с тона. Кожу я уже подготовила, у меня тут праймер от Миши Видяева. В соседнем окне я уже наношу тон, и, наверное, я его смешаю с затемняющими каплями, потому что я все еще немножко темная, но лицо у меня очень светлое. Праймер от Миши Видяева сияющий, красивый, кожа вроде в нормальном состоянии, за исключением некоторых моментиков. Я не помню, ребята, понравился мне этот тон или нет. Это Clinique Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20. Оттенок у меня C1-10. Алибастер. От Клиники я мало чего пробовала, но я точно помню, что мне не понравился карандаш для губ. Также я тестировала подводку фломастер. Она мне изначально не понравилась, но потом я уже к ней привыкла, и она мне даже начала нравиться. Срок годности тона 24 месяца, в нем 30 мл. Окей, отлично. Дизайн, конечно, своеобразный. Так вот, ставите на полочку, сразу видно. О, да, это Клиник. Это не какой-то вам там что-то другое. Я рада, что тут есть такой интересный дозатор. И хочу вам сказать, что именно такие дозаторы делают крайне редко, но они самые удобные лично для меня. Они как пружинистые, что ли? Ну что, ребята, тон нанесся очень даже хорошо. У меня сегодня спонж от Make Up Forever. Время приближаться. Но неплохо. Тон похож на самый фиксирующийся. И я полагаю, что сияние у меня исходит от праймера. Хотя я помню, когда я его тестировала, он был такой сатинистый. Кожа смотрится достаточно здорово. Тон средней плотности. Я в последнее время очень люблю такие тона. Ребята, текстура у тона легкая. В нем очень много пигмента. Что-то мне опять напоминает Шанель. Шанель... или Vita Lumiere, или Perfection Lumiere Velvet. Мой любимый тон самый. Ну, из таких, с легким покрытием. Данный тоже неплохой. Окей, мне не на что жаловаться. Сейчас, ребят, бахну консилером. Теперь бахну Берна. Жизнь хороша, если пьешь не спеша. Я тут в Египте влог снимала. Не знаю, правда, когда он выйдет. Я еще и в Турции пыталась влог снимать. Потом подумала, что я приехала отдыхать. И я не хочу снимать влог. Но я всегда один день выделяю на съемки. Ну, если я влог снимаю. Вот. Не знаю, зачем вам эта информация, просто так сообщаю. Время пудры. Я, конечно, хотела бы сделать кремовый контуринг, но... ладно, сегодня делать его не буду. Давайте протестируем пудру. Итак, пудра Puff Puff Pass. Конечно, название меня смущает, но мне очень понравилось, как была запакована пудра. Она была в коробочке, а внутри она была еще в брендовой бумажке завернута. То есть это прям приятно открывать. И вот, ну, эмоции, понимаете, ребят, вы платите за эмоции. Оттенок у меня пи-пи-пи. Оттенок у меня PPP02 Banana. Set and Bake Powder. Кимчи говорит, давайте переведу, я отличный переводчик. Закрепите свой макияж с этой прекрасной мелкопомолотой пудрой для того, чтобы убедиться, что весь день вы будете... Для того, чтобы вы... Че? To ensure all day slayage, even when you cry. Я не знаю, как это перевести. Чтобы убедиться, что вы весь день будете wow, slay, я бой, даже если вы будете плакать. Соглашусь. Ребята, соглашусь, заявление производителя это правда. Я эту пудру наносила кистью. Когда вы наносите ее кистью, покрытие получается такое средненькое. Но в комплекте идет вот такая замечательная пуховочка. Я ее уже помыла, потому что я ей пользовалась активненько. Так вот, скажу вам, что мне больше понравилось наносить эту пудру именно... вот этой штукой. Неспроста она тут приложена. И действительно, пудра держала мой тон весь день. Особенно в те дни, когда я ее пуховкой наносила. Ребята, для того, чтобы вы оценили результат, я только пол лица в глаз попала. Чтобы вы поглядели, как пудра матирует. Я не знаю, почему я не могу отснять эту фразу уже 7-й раз. Я не знаю, что со мной. Короче, половина лица заматирована. Я думаю, что это идеально. Очень эффект похож на пудру NS Cosmetics, которую мы с вами недавно тестировали. А тут сияние. А тут матовость. Ну, я выбираю эту сторону. Это тоже неплохо смотрится. Также хочу заметить, ребята, что пудра очень перекрывающая. Особенно тут будет заметно. Она мало того, что матирует тон, у нее еще и покрытие свое есть. Пудру я вроде бы брала на скидках, точно не помню. Но вот палетку я взяла на скидке. И забегая вперед, спойлер alert, за полную цену, ребята...
Это не надо это брать, окей? Пожалуйста, я вас прошу, сберегите свои деньги. Я не помню, за сколько брала, прикреплю вам скрин. Почему-то у меня в голове 2800 цена или 1800. Но точно не за 3-4, сколько там за нее требуют. I said no. Эта палетка не стоит своих денег. Кажись, я уже начинаю идти по второму кругу и перебарщиваю с пудрой. Ну окей, пудра не сидит как мука. Единственное, что я хочу сделать, это отдельно нанести ее на носик. Вообще-то я под глаза хотела, я не знаю, почему я к носу поползла. И по всему лицу так вот пройдусь, чтобы убрать излишки. У меня проблемы со словами, в которых есть чекачен и шика. Излишки, убежище, ну там ще, стойбище, стрельбище. Ой, кто придумывал эти слова, а? Стрельбище, блядь. Ребят, надеюсь, что вам видно. Здесь такая вот штука в форме сердечка. Я не знаю, как называется эта штука. Наверное, распределитель пудры. Мне нравится, что тут внимание к деталям. Все продумано. Естественно, моя минималистичная душонка радуется, когда продумана каждая деталь. Упаковка, правда, такая, ну, дешевенькая. Не будем скрывать. А название пудры кому как. Но вот эта фраза повторять не буду, потому что за нее могут снять монетизацию. Она значит, что когда вы... Вот это ебучее, знаете что? Цензура меня заебала. Пошел нахуй! Монтажная Марина, хватит, пожалуйста, мои слова мьютить. ПС — это процесс, когда вы употребляете очень интересные вещества, делаете типа две затяжки, передаете это то, что я знаю, я не уверена. Ребята, у нас время хайлайтера. Я, конечно, молодец, купила самый дорогой хайлайтер. Конечно же, таким чичик у нас сегодня почти все лицо этим брендом. Только три продукта, блядь, все лицо. Pearl Gun Wild Out of This World Brilliance 9 граммов. Sparkle, Shine, Glow, Illuminate, Highlight, Gleam, Glitz. Окей. Okay. Made in China. У этого бренда, я просто не знаю, как называть, я буду говорить Kimchi Chic. Иногда буду оговариваться. У них есть два вида хайлайтеров. Также есть еще скульптор, но я уже брать не стала. Коробочка внутри желтенькая. Говорю, внимание к деталям. Кстати, косметоз на животных не тестируется. Срок годности хайлайтера 12 месяцев. Вот так выглядит упаковочка. У Диваш, кстати, она выглядит точно так же. Делали на одном заводе, блядь. Только Диваш стоит 200 рублей, а Kimchi Chic 2200. Это самый дорогой хайлайтер у этого бренда. Есть другие, но я не стала их брать, потому что я подумала, вдруг там такие меловые хайлайтеры. Мне это не надо. Мне интереснее вот этот. И почему он такой дорогой? А вот я тоже не знаю. А что он такой дорогой? Так вот он выглядит внутри. Немножечко макро. Я думаю, что он немного желейный. О да, желейный. Мягонький хайлайтерок. Полагаю, что надо наносить пальцем. Однако я сделаю вам просто сводч. Окей, кимчи. I see you, girl. Я возьму, ребята, кисть поплотнее. Просто я ненавижу наносить косметику руками. Мне прям от этого плохо становится. Та же самая вечеринка, что Джеффри. Только этот хайлайтер желейный и кистью наносить. Вот, удачи. Ничего не получится. Даже Colourpop у меня, кстати, получилось нанести кистью. Вот эти хайлайтеры, которые Супер Шок Чик. Он дохрумит. В жизни это еще больше заметно. Ну и на камере тоже видно. Поглядите, ребята. Он из такого цвета морской волны светлой. Ну, наверное, просто голубой цвет. Дохрумит в сиреневый. Какая красота. Ну, естественно, из-за того, что это дело надо наносить руками, пользоваться я буду почти никогда. У меня там что, блядь, траву пилят опять? Это просто мут проснуться в 6 утра для того, чтобы сесть снимать. И сесть снимать только в 10. Молодец. Хочется саму себя отразить просто за такое поведение. Шикарно. Сделаю усики из хайлайтера. А чего у меня тон вокруг губежки съехал? Его что, трогать нельзя? Он съезжает. Ребята, я хочу сделать сравнительный сводч с Джеффри. Поэтому сейчас я сделаю брови и вернусь к вам со сводчами. Готово. Брови у меня, как обычно, сегодня живут своей жизнью. Хотя мне нравится, что я выделываюсь, не знаю. Ребята, у нас время сводчей. Я сравню вот этот хайлайтер Kimchi Chic. У меня оттенок 01. Hope. Надежда. С вот этим хайлайтером от Jeffree Star. Это линейка Extreme Frost в оттенке... Gag me. Please don't. Ребят, небольшая заметка по поводу вот этих хайлайтеров. Это линейка Extreme Frost. У меня есть еще вот такой, это лимиточка. Этот называется Choking on Ice. Если мне не изменяет память, эти хайлайтеры выходят в 4 оттенках. Ну, один из которых лимиточка. И они почти ничем не отличаются от вот этих хайлайтеров. Это Supreme Frost. У меня оттенок Money Honey. То есть... Отличий вообще никаких нет. Отличие только огромная цена за Extreme Frost. Он стоил 50 с лишним долларов. В то время как Supreme Frost стоит 30, наверное. Давайте уже сравнивать. Тяжело открывается упаковка у Kimchi Chic. Сводчик. Сводчик Джеффри. У Джеффри текстурка, кстати, тоже желейная. Хотя я думала, что она сухая. Потому что, во всяком случае, у Money Honey она сухая. Тут Джеффри, тут кимчи. И я думаю, кимчи я поднаслою, потому что Джеффри я что-то набрала много. Но по сводчам видно, что они отличаются. Ребят, совсем слегка. У Джеффри больше сияния.
задание. Ну, это, скорее всего, потому что я так набрала. Нет. Я тут ни при чем. Итак, сделаю сводчики на черной подложке. Вот это вот Джеффри. Он намного более сухой. Вот я, когда делала сводч, я ощущала эту его сухость. Там, наверное, много пигмента. А это кимчи. Этот хайлайтер, он более влажный по текстуре и по нанесению, чем Джеффри. Но Джеффри в то же время более отражающий. И оттенки отличаются вот совсем слегка. И, ребята, я думаю, что они отличаются именно из-за текстуры. Джеффри в голубой переливается, а кимчи в такой сиреневый. Ну да, в этом и отличие. Вот кимчи. Да. По этим сводчам разница видна чуть больше. Джеффри я почти не пользуюсь именно из-за того, что он сильно заметен на лице. Вот издалека, если смотреть, Джеффри видно такие хлопья. Втирать их, ребят, не поможет. Все равно видно отдельные блестки. Таким же смотрится влажным. Ой, очень красиво. Не нравится только то, что руками оба надо наносить. Так, ну, красивые хайлайтеры. Если выбирать из двух, советую кимчи брать. И цена дешевле в разы. Ну и, конечно, на лице он не так заметен. То есть вот я сижу, вы не видите мелкую вот эту крошку блестящую. Когда у меня Джеффри в видосах, это сразу видно. Я вроде показывала вам Мани Хани чаще всего, целых два раза. И было видно вот эту крошечку маленькую, а здесь не видно. Ладно, давайте переходить к палетке. Какая у нас палетка? Палетка у нас сегодня вот такая, ребята. Называется она Mad Maxine. Maxine? Suit yourself. Two queens in one desert. Две девушки в одной пустыне. Звучит как две девушки. Одна чашка, ну ладно. Ребята, палетка красивая. Вот я влезла с ней. Тут сбоку буду сидеть, вам пояснять. Что мне не нравится? Ее layout. То есть, как она внутри расположена. Ее название. Если вы хотите читать название, придется держать ее вот так. Это, конечно, маленькая такая предъява, но меня это все равно смущает. Также в этой палетке нет зеркала. Здесь есть вот такой замечательный арт, фото. Прекрасно. Очень красиво. Палетка разделена на две части. Еще меня смущает то, что вот название, да, и закрывает она справа. Trash. Мы привыкли книги открывать вообще-то справа налево, а не слева направо. Это в арабских странах вообще-то так вот открываются всякие тетради и книги, но никак не в европейских, поэтому очень странный выбор открытия палетки, наверное, для того, чтобы придать какую-то уникальность, но я ничего уникального здесь не вижу. Также палетка разделена на две части. Одна из них это Naomi Small's World, а вторая часть это Kimchi Chicks World. Опять же, очень интересный, конечно, концепт, но мне кажется, что он совсем не продуман, потому что зачем так? Зачем делать? Сделайте просто сделайте коллаб и все. Зачем так делить? Типа мир Наоми, он такой более нюдовый, а мир кимчи, не знаю, он такой более яркий. Знаете, кто создал этот бренд? Вы сейчас удивитесь. Когда мне в Инстаграме, ребята, кто-то из вас, простите, пожалуйста, не помню, написали, что этот бренд создали те же люди, что сделали NYX, я поняла, почему мне так эта палетка не понравилась. Потому что пару сводчей вот вам. 1, 2, 3, 4. Ребята, это разные сводчи, это разные оттенки. 4 абсолютно разных оттенка. Такое ощущение, что это все одно и то же. Это вот моя самая первая основная предъява. Это из части Naomi Small's World. Если Naomi любит 50 оттенков верблюжьей вагины, то хорошо. Я никого обижать не хочу. Если вам нравится эта палетка, вы оскорбляетесь. Это очень плохо. Потому что на мнение других людей обижаться нельзя. Я же не обижаюсь на отрицательные отзывы на Yashil & Dye. Это Estee Lauder, мой любимый бренд. Сделаю зеленые сводчи. Вдруг, ребята, вы мне не верите, поэтому буду делать их при вас. Так, 1, 2... Я всегда делаю сводчи слабенькие, не сильные, потому что то, как выглядит оттенок, вы можете поглядеть в палетке. А на сводчах... Ладно, здесь хоть немножко есть разнообразие. Зелененькая палитра такая вот интересная, да? Ничего не напоминает по сводчам? Вот ничего? Мне кое-что очень сильно напоминает. Белую подложку я брать не буду. Я, ребята, просто хочу донести информацию такую очень интересную. На данный момент на рынке очень много палеток. Вот прям очень много. Настолько, что выбор у вас огромен. И делать выбор в пользу того, что должно работать на цветной подложке, на подложке из воскового карандаша для глаз, на белой подложке. Я считаю, что такой выбор можно делать только в пользу пастельных теней, да, которые, очевидно, только на белом работают. Но цветные тени, извините, мы в каком году? Мне интересно. Конечно, если вы уже купили такую палетку, которая не работает без подложек, у вас нет выбора. Но если вы еще не купили ее, у вас выбор есть в сторону, например, того же самого Be Perfect. Хватит ездить, блядь, я снимаю. Я думаю, что... Ну, вот я всегда буду придерживаться своего мнения. Меня можно пробовать переубедить.
Но это очень сложно сделать. На этом глазу я сделаю макияж с частью из Наоми, а здесь кимчи. Давайте так. А потом, наверное, все объединю. Я не знаю, просто я вот смотрю, тут есть зеленый. Гекко, неко. Я очень хочу его использовать. Посмотрим, как палетка в работе себя поведет. О, я буду делать то, чего я практически никогда не делаю. Работать на подложке из карандаша. Выбор у меня есть между Benefit, сама купила. Smashbox тоже сама купила, не знаю зачем. Я пытаюсь найти Root Cosmetics коричневый карандаш и нахожу только черный. Неужели я коричневый кому-то подарила? Видимо, потому что я им не пользовалась. Хотелось его протестировать. А, так, блять, вот же он, это не Smashbox. А вот Smashbox, сейчас буду выбирать. Это типа самозатачивающийся каял, каял написано. Смотрим. Поглядим, насколько долго он будет слизистый держаться. Так, беру все-таки Root Cosmetics. Начну делать им форму. А вам меня видно, ребята? Возможно, поближе придвинуть. Я, кстати, помадку нанесла, совсем не сказала. Поехали делать форму. Красивый оттенок, холодненький. Редко какие визажисты уже работают на карандашные подложки. В основном используют для этого помады. Ее надо уметь делать, естественно, но я думаю, что она немножко уже подустарела. Тушуется карандаш, конечно, своеобразно. Возьму оттенчик Savannah. Чуть подтушую. Так, этой кистью плохо тушевать такое маленькое пространство. Бечка Смерикс. Поэтому я возьму пушистую кисть и просто вот так вот пройду. Опять то, что кажется мне коричневым, на мне выглядит розовым. И, кстати, по поводу помадки. Когда я посветлее, она выглядит на мне серой. А мы что, без праймера, что ли, работаем? Я и забыла. Нам праймер нужен. Я прям так расстроилась просто, ребята. Когда я ее начала тестировать, я ее купила, так как вы просили, да, протестирую кимчи-чик, кимчи-шик. Я такая сижу, крашусь и понимаю, что... Бич, нет, ну нет. Понимаете? Это очень грустно. Столько скошенных кистей, и когда надо, под рукой нет ни одной. Беру вот этот смешбокс. Я ее ненавижу. Это смешбокс кисть, по идее, для бровей. Но посмотрите, какая она широкая. Какие брови, и можно аккуратненько прорисовать. Я думаю, ну точно не мои. Возьму оттенок потемнее. Mad Maxine. Maxine. Карандашиком делать вот такую вечеринку мне нравится, потому что потом это можно все исправить. Например, вот тут у меня загиб плохой. Я это поправлю. И что по этой кисти-то, ребят? Ей даже подводку не нарисовать, поэтому я использую ее для нижнего века. Например, как раз давайте нанесем. Это самый темный коричневый. Карандаш как глина какая-то для глаз. Как вам коричневый оттенок? Окей, давайте проверим черный. На эту же самую кисть. Терять мне уже... Ничего. Не, ну черный, конечно, хорош. Подложечка из карандаша мне была нужна для того, чтобы мне было легче ориентироваться, потому что тенями делать сразу я не умею. Это я вот разъясняю подробности своих действий. Обратно беру светло-коричневый. Зря он какой-то оранжевый. Беру оттенок Mixed. Ясно, беру оттенок Mixed на пушистую кисть. Растушевать у меня ничего не выходит, наверное, потому что я не умею. Ребята, растушевать я хочу именно крайнюю вот эту часть, чтобы она уходила так вот в никуда. А здесь хотелось бы поплотнее оттеночек, когда думала, что сделаю что-то повседневное, что-то носибельное. Хочу заметить, что тени не сыпятся. Приятное открытие. Вот мне не хватает, ребята, очень светлого оттенка для того, чтобы втушевать вот это место. Поэтому я возьму пудру из вот этой палеточки. Это Катрис. Постоянно вам ее нахваливаю. Все равно такая небольшая грязюка. Наверное, надо мне еще практиковать. И практиковать такой вариант макияжа. Возьму клей, потому что тут вот этот сатин зеленый просто так не нанесется. Опять расстроилась. Так, ну-ка не расстраиваться, блядь. Откушу жопу. Ну и поехали наносить зеленый сатин. Вот проблема этой палетки, это вечная моя предъява, то что тут одни, ребята, сатины. Вы не поверите, здесь нет ни одной другой формулы. Ну, матовые и сатины, все. Хоть какой-нибудь подложили бы спаркл, хотя бы один, как топер. Когда вообще вышла эта палетка, то что она такая вот проигрышная, что ли. Понимаете, современный макияж, именно инста-макияж, да, то, что я делаю, ну, я так считаю. Я не делаю классику, я не делаю коммерцию, я не умею. Я вообще по своей морде просто мажу косметоз и делаю вид, что что-то понимаю. Я ничего не понимаю, на самом деле. Да, форму я, конечно, себе испортила окончательно своей тушевкой. Я возьму желтый. Что-то я вам говорила. Так вот, в современных палетках такого быть не должно, что одни сатины. Уже достаточно сатиновых палеток в мире. Их очень много. И ладно бы качественные сатины были, да, как в Lancôme, в Charlotte Tilbury. А не вот это вот все. Ребята, я потом форму вне камеры подправлю, потому что я перебрала. Не надо было так сильно тянуть, надо было вообще сделать поменьше здесь. Посмотрим, что я придумаю, потому что сейчас это выглядит убого. Переходим к этому глазу.
Беру обычный праймер. Белый я брать не буду, потому что он есть не у всех. У многих ребят и обычного праймера нет, а белого и подавно. Переходим к цветной части, что ли. Без понятия, чего я сделаю. Я уже опять расстроена очень сильно. Беру оттенок Mau Jane. Ой, сори, это из части палетки, которую я на этот глаз наносила. Просто он мне так понравился. Такой яркий, привлекает внимание. Не, ну на праймере хорошо проявляется. Это если вбивать, а если вот просто тушевать, то вот что выходит по пигментации. С этими тенями надо работать вот таким образом. Не скажу, что я такое не люблю и как-то не одобряю. Но разные тени, что делать? По-разному работать. Мои самые любимые цветные тенюшки — это Be Perfect или By Beauty Bay. Да. Другие меня не привлекают. Могу ли я сказать... Хорошо, пока что. Ничего плохого. Беру желтый. I'm not yoking, bitch. Или I'm not yoking, bitch. Там должен быть артикль «э». Значит, здесь это глагол, а не герундий. Хорошо, что тут всего лишь 5 сатинов. Очень хорошо. Но куча повторяющихся матовых. Особенно это касается коричневой части палетки. Прям вижу синий здесь. Наверное, я сейчас все испорчу. Синий какой-то грязный. Я в прошлый раз, когда красилась этой палеткой, ребята, кстати, у меня от синего заслезился глаз. То же самое, что и сейчас происходит. Он начинает краснеть и рыдать. Маленькая кисть. Это Odin's Eye. Голубым оттеночком все это дело потушую. Я тут хочу такой резкий переход. Ну да, синий, конечно, тоже слабый. Если его вбивать. Ну да, единственный способ работы с этой палеткой. Вбивание оттенка в глаз. Чем я, конечно же, недовольна. Я прям вся уплевалась уже от этой палетки. Но тут пиздец получился. Обрежем это дело. Что, если я тут сделаю вот такую интересную вечеринку? Или это уже никак не исправить? Ну, вроде поинтереснее стало. Хотя, нам, ребята, надо думать, чего мне сюда нанести. Как насчет сначала доделать немного край глаза? Хорошо, что ли? Я выбрала какой-то очень светлый оттенок для этого дела. Наслою сверху более зеленый, если это хоть что-то поменяет. Отличается, скорее всего, температурой. В начало глаза я нанесу оттеночек «Марипоса». Бабочка. Тушевала сверху я оттенком I'm not yoking, bitch. А здесь нанесу оттенок мочи. Он немножко другой. И я взяла немножко неправильную кисть. Поэтому исправляемся. Беру Mud Mask. Так, попытки исправить этот макияж, как вы можете видеть, неудачные. Что я тут сделала? Какую-то опять дичь, ребята. Я не хочу это все смывать. Потому что тут дерьмо, что тут дерьмо. Я не знаю, что со мной сегодня. Серость вы видите из-за того, что я красный с зеленым смешала. Я доделаю это вне камеры. Очень постараюсь исправить. Смою и сделаю 2 новых макияжа, ребята. И вернусь к вам. Готово, ребята. Я вообще не хотела говорить это слово, потому что макияж вышел ужасный. Особенно то, что было до вот этого всего. И вот этот у меня не удался. Я в расстроенных чувствах. Вот единственное, что мне удалось сделать, это на этом глазу. Мне это нравится. В принципе, я бы так накрасилась и куда-нибудь бы пошла, например, в Санту Пасту или же в Subway сжирать 30-сантиметровый грибной сэндвич. Скажу вам, что я вообще недовольна, но я когда красилась, вот вне камеры, я подумала, а может быть это прессованные пигменты. Взглянула назад и увидела, что тут есть обычный состав и состав прессованных пигментов. Но, к моему великому сожалению, нигде не указано, где же здесь пигменты, какие именно оттенки являются пигментами. То есть, если они пигменты, ох, сколько раз я скажу это слово, значит, что надо работать было на белой подложке. Ровно как и с палеткой P. Louis. Но тут на праймере все сработало очень хорошо, а здесь... Ну, такое. Поэтому сейчас буду делать свотч и потом буду проверять, как работают некоторые оттенки на белой подложечке. Вместе с вами, конечно же. Палетка, я очень расстроена, очень ею недовольна. Во-первых, мне не нравится, да, то, что она так вот открывается непонятно. Во-вторых, слишком много похожих оттенков. Тут даже есть пастелька. Например, вот этот оттеночек. Поехали делать свотчи по порядку. В палетке 24 оттенка, из них 19 матовых и 5 сатинов. Поэтому я начну сразу же с сатинчиков. Это, ребята, даже не металлики, это чистейшие сатины. Первые 4 сатинчика. Начну делать с самого верха, чтобы все у меня влезло. Все-таки я вас приближу. Вот что мы имеем. У меня нет слов. Уж лучше бы сделали полностью матовую палетку. Серьезно. Ну или вот хотя бы один топер. Хотя бы один. Я не прошу нереальных дуохромов, но просто вот
Каэла у меня, кстати, сегодня колорпоп, и осыпаний было настолько много, что я решила их не перекрывать, и чтобы вы вот видели, что у меня тут все осыпалось, ничего не смывается, ну ладно. Последний сатин розовый, он достаточно плотный и не то чтобы шершавый, он, ребята, странной текстуры. В нем есть красивые серебряные блесточки и вот сводчики вблизи. Это не металлики, это сатины. Потому что если бы это были металлики, они бы сияли таким металлическим отблеском. В этом и отличие сатинов от металлов. Ой, ладно, с этим мы закончили, слава богу. А сейчас сделаю коричневенькие. Самый темный коричневый, Mad Maxine, он очень сильно сыпался. И он настолько силиконовый, что его тяжело тушевать, тяжело наслаивать. Тушуется он в ноль, поэтому приходится его наслаивать. Но он не наслаивается. Вообще все нейтральные оттенки в этой палетке сложные. И их не видно, ребят, их просто не видно. Вот я сейчас наслою самый темный коричневый. Очень сильно я его набрала. И он, ну, вообще ни о чем. Я не хочу такие яркие сводчи делать, потому что где у меня на глазу коричневый? Вы его видите в затемнении? И я не вижу. Он тут есть, его видно, но очень-очень плохо. Проблема не в том, что я подводкой все это перекрыла. Я не перекрывала коричневый, его просто не видно. В этот нейтральный ряд я добавила еще оранжевые, около красный и черный оттенок. Вот чего хочу похвалить, так это черный оттенок. Здесь он действительно очень хороший. Пигментированный, плотный, его можно просто нанести без какой-либо подложки, все будет окей. Идеально подходит для затемнения, хорошо тушуется, сыпется, но осыпания убираются без проблем. Он не размазывается. Тут у меня тоже что-то осыпалось. В попытках убрать. Удачи мне. Вот этот оранжевый хороший. В палетке он кажется теплым красным, но вот он у меня здесь, это оранжевый. Дальше делаю сводчи по порядку. Это что? Наслоим. Видимо, это пастелька. Ну да, я, ребята, очень расстроена, честно скажу, очень расстроена. Почему я расстроена? Я на эту палетку возлагала огромные-огромные надежды, потому что очень много от вас было просьб на ее тест. И я думала, о да, протестирую, такая классная палетка. Зря я так думала, конечно. Может быть, мне досталась неудачная версия, или, может, вообще эта палетка в целом не очень хорошая. Ну да. У нас остался один синий, для него я выделю отдельное место. Он неплохой. Не один синий, еще голубой и розовый. Просто голубенький. Окей. Вот синий и голубой здесь хорошие, но когда я делала макияж синим, он, ребята, плешивил и сыпался, естественно. Вот, походу, именно этот оттенок есть пигмент прессованный. Насчет розового не знаю. Я не думаю, что это прессованный пигмент. Я склоняюсь к тому, что это обычная тень, потому что он не сыпался, и он... Оно вообще ни о чем. В палетке выглядит супер ярко, поэтому я наслою. У него текстура от синего отличается. Сразу понятно, что это точно не пигмент. А синий такой вот сухой. Так что я предположу, что черный тут пигмент. Синий и, наверное, какой-то из желтых. Вот такие сводчи, ребята. Я вообще недовольна. Я уже все свое недовольство высказала. Все свое негодование тоже. Не знаю, кому понадобится такая палетка. Я даже не могу предположить, кому она понравится. Потому что, ну, это что? Посмотрите, пожалуйста. Что это, блядь? Что? Ну, это что? Sorry, not sorry. Это палетка, которая нейтральная, прикидывается цветной, да еще и некачественная к тому же. Покажу вам сводчи издалека. Да, их не видно, потому что даже наслаивать бесполезно. Попробую наслоить зеленый. Его ничего не спасет, ему ничего не поможет. Какие тут хорошие оттенки? С какими легко работать? С желтым, который на самом краю. Вот с этим зелено-синим хорошо работать. Вот с этим оттеночком. Черный, оранжевый. Что еще мне понравилось? Синий. И все. Ребята, у меня слов, говорю, нет вообще. На момент монтажа я посмотрю, сколько она стоит, прикреплю вам скрин. Посмотрите на другие палетки от этого бренда, но точно не на эту. Данная палетка действительно напоминает цветные мелки от известного бренда, но не в 2021 году. Когда она вышла? Не в 16-м, ведь она вышла совсем недавно. Может, ладно, году в 20-м, но это уже неприемлемо. Кстати, палетка Pilui, которая является палеткой прессованных пигментов, там оттенки сводчились превосходно. Без каких-либо проблем и без вот... Ну... Всем привет! Нейтральная вечеринка, которая вообще не работает. Оно, ребята, даже за глаз вот не цепляется, когда вы наносите. Я не знаю, что делать. Наносить какой кистью надо вот это все? Вот такой супер плотной кистью наносить и потом тушевать. Кому-то нравится такой формат работы. Эта палетка просто самая худшая палетка за этот год. Я смываю скорее эти сводчи. Кто у меня ее купит, я не знаю. Тем более после такого отзыва. Но может кому-то нужны 5 замечательных, прекрасных сатинов и цветные тени, которые не работают вообще, ну, кроме оранжевого и синего. Ее можно использовать в качестве вспомогательной, да, брать отсюда коричневые, например, или другие цветные оттенки, которые не очень пигментированные, и тушевать более пигментированные. Но я ненавижу открывать
открывать несколько палеток и работать. Я люблю взять одну и делать дело. Вот тут на нижневейке у меня розовый. Конечно, вот этот глаз вообще хороший, да, хороший. Работала бы вся палетка вот так, я бы не жаловалась. А то вот это что такое? Что это у меня тут в этом, в каткризе? Это что? Какое-то дерьмище. Попробуем на белой подложечке работать, как я и обещала. Для пущей уверенности пилу и возьму. У меня беленькая база под тени. Итак, я плотно нанесла подложку, пока она мокрая. Я возьму пастель, наслою сюда. Возьму те оттенки, которые я вот на этот глаз пыталась нанести. Ну и насажу их на белую подложку. Чё? Есть хорошие пастельные тени, есть не очень хорошие. Хорошие для меня это те, которые наслаиваются нормально. Их не надо вот так пальцем прибивать на подложку. Чё я еще хотела взять? Коричневый. Вот мне интересно, почему он не работает. Может, на белом будет работать. Ну, более-менее, ребята, видите, у него такой отблеск. Это говорит о том, что, ну, лично для меня, что тушевать будет, в принципе, легко, но на глазу не останется ничего, потому что формула очень силиконовая. Ну и розовый мне было очень интересно посмотреть, что будет на белой подложке, потому что он по ощущениям пигмент. Вот что, ребята, выходит на подложке. Я для сравнения сделаю рядом только два оттенка, потому что уже пора бежать в другой видос. Вот зеленый и вот розовый. Ну, скажу, что на подложке, да, цвет выглядит ярче, но все равно они как-то сияют. Или, может, это у меня эта сторона руки сияет, непонятно. С этой стороны тоже небольшое сияние имеется. Прям совсем маленькое. Ой, ну, на подложке разница-то не такая и большая. Если я просто набью оттенок на сухую руку, то выходит то же самое. Так что разницы нет никакой. Как вы помните, не стоит верить чужим словам, и здесь всюду трава одинаковая. Вас кто-то наебал. Ни разу это не пигменты. Ну, может и пигменты, но вот у Пилуи действительно пигменты. А тут цветная палетка от NYX. Все, я не буду троллить никак. Бренд так-то нормальный. Просто я тролль. Окей, ребята, давайте обсудим остальные вещи. Ну что можно сказать? Палетка точно нет, однозначно. Я не могу понять, кому она подойдет. Я не знаю, кому ее можно советовать. И, ребята, у кого она есть, я жду ваш отзыв. Потому что мы можем не соглашаться, да, у всех свое мнение, у всех свой опыт пользования цветными тенями. Но я думаю, что если вам нравится цветная палетка на 16 оттенков, очень популярная, то вам и эта палетка понравится. Только вам могу ее посоветовать. Остальные, пожалуйста, обходите ее стороной и вообще даже на нее не смотрите. Ни о чем, серьезно. Только пара оттенков удачно, остальные вообще не пигментированы, еще и наносится плохо. И сыпятся. Но сыпятся все тени, так что тут уже предъява притянутая мной. Я тестировала тушь Джеффри. Ребята, это трэш, потому что опять вас приближаю. Посмотрите, пожалуйста, на это. Тушь, в принципе, норм. Она удлиняющая, но проблема в том, что она сделала комки, особенно с этой стороны. Она мне склеила ресницы, сделала паучьи лапки. И мне тушь вообще не понравилась. Я очень рада, что я ее купила не сама. Я благодарна Литуаль и агентству, название которого я, наверное, здесь напишу, потому что моя тупая башка не помнит. Благодарна им за то, что они мне отправили эту тушь, потому что если бы я купила сама, я бы рыдала. Но теперь у меня есть такая штука, чтобы хлестать продукты, которые мне не подошли. Ну или же себя. Ну да, конечно, все мы любим эротизированную тушь. Дизайн, конечно, шикарный. Очень хорошо продумано то, что когда вы тушь закрываете, она всегда ну, вот эта сеточка, она всегда идет как одним узором. То есть нет такого, что вы закрыли, а у вас один треугольничек здесь, другой там. Нет, то есть тут все ровно одним полотном. Очень симпатично. Тушь стойкая, не сыпается, но мне не нравится эффект склеенных ресниц. И что могу еще сказать? Четко тут интересная, конечно, такая в виде анальной пробочки. Подойдет? Если вы любите удлиняющие туши, то вот это вот для вас. А так нет, не мое. Что у нас идет дальше? Чего от этого бренда я могу советовать точно? Это данную пудру, особенно если вы наносите ее пуховкой. Я уж не буду, ребят, вас приближать, потому что вас, наверное, укачало. Но скажу, что пудра заблюрила лицо, вот действительно полностью. Однако проблема таких пудр, которые ровно вам делают лицо, а я имею в виду блюрят, лицо со временем выглядит, как будто на нем слой глины. На самом деле еще зависит от того, какой тон вы использовали, однако пудра достойная. Я редко хвалю пудры, потому что я их не понимаю, но она держит тон, она блюрит поры. Хотя у меня поры уже сейчас видны, но не в моих порах дело. Она действительно достойная. Вот что могу сказать. В ней 30 граммов. Ага, наебка. В ней 24 грамма. Прям очень хорошая пудра. Мелкодисперсная. И я очень рада. Среди всех пудр, которые я тестировала и не поняла, эту я поняла. И она мне нравится. Я ей пользуюсь почти каждый день. Брови я сделала гелем от Ofra. Это называется гель для бровей. Хотя я считаю, что это помада для бровей. Написано не наносить в глаза. Поэтому, ребят, в глаза не наносите. И даже стрелять
стрелы не делайте. Знаю, многие любят делать помады для бровей себе стрелы, с этой лучше такой эксперимент не проводить. Также я тестировала вот этот хайлайтер. Хайлайтер хороший, вот тоже его могу советовать. Если вы любите сияние, очень похоже на Fenty Beauty. Вот если брать по формулам, да, Jeffrey, Be Perfect, Kimchi и Fenty, ну и даже, например, Focalure с AliExpress, то этот больше всего похож на Focalure, только он доохромит, и на Fenty хайлайтеры, которые такие желейные. Любите эту формулу, это вам тоже понравится. Оттенок очень похож на Jeffrey, но формула другая, у Jeffrey более суховатая, и у него больше заметно блесток на лице. Поэтому с ним надо быть осторожнее. Здесь такого нет, формула очень кремовая. Colourpop, кстати, напоминает Colourpop, вот эти их Super Shock Cheek, да. Симпатично. Палетку, пожалуйста, я не хочу ее больше трогать. Помада. Помада Jeffree Star. У меня оттенок Celebrity Skin. И, ребята, помадка хорошая. Она достаточно плотная и матовая. Поэтому наносить ее очень сложно. И надо иметь идеально подготовленные губежки, чтобы она не подчеркнула сухость. И, ребята, когда я посветлее, она на мне выглядит сероватой. А сейчас она на мне такая лилово-розовая, пыльная, серая роза. Что-то такое. Такие оттенки я не очень люблю. Но когда я буду посветлее, это мой самый любимый оттенок. У меня две такие помады. Только в разных формулах. Это классическая формула, у меня еще есть Velvet Trap. И, кстати, Velvet Trap, она будет более серая. На удивление, хотя оттенок один и тот же. Тон. Походу, я переборщила с количеством тона, потому что я вижу все свои поры. Он уже завалился в эту морщину, ребята. Когда я была близко, надеюсь, вы успели оценить то, что он сюда завалился, вот сюда завалился чуть ли не сразу же, потому что я делала перерыв, вышла и посмотрела, у меня тут завалено. Это не дело клиник. Я снимаю всего лишь 1.5 часа, и у меня уже все завалилось. Нам такое не нравится. Я ненавижу, когда тона заваливаются вот сюда. Почему, за что, скажите, пожалуйста. Можно было бы праймер нанести, чтобы сюда ничего не заваливалось. Однако тон Estée Lauder почему-то не заваливается. В целом финиш красивый. Кожа естественная, кожа симпатичная, холеная и такая добротная, я бы сказала. Формула чем-то напоминает мне... Не формула, извините, пожалуйста, а финиш напоминает мне Bobbi Brown, новый этот их тон, но тот более сияющий, и кожа с ним более дорогая, чем с клиник. Клиник такой хорошо пигментированный, перекрыл все, окей, могу его похвалить, однако второй раз я бы, ребята, себе его не взяла. Похвалю его гелевую формулу, вот этот замечательный, прекрасный дозатор, показываю вам, блядь, пустую руку. Вот он, дозатор такой. Прекрасный тон, в принципе. В целом, хороший тон, Even Better Clinical, ну не знаю. Однако, несмотря на то, что тут написано Serum Foundation, в нем очень много пигмента. Окей, ребята, я пойду, я сегодня тестирую. Ну, так, среднее количество продуктов, ни много, ни мало, я бы сказала. Палетку точно брать не нужно, но могу вам посоветовать взять хайлайтер. Остальное, не знаю, наверное, тон, если вы особенно любите клиник или что-то похожее на Шанель, хотя Шанель у меня сюда не так быстро заваливается, и сюда тоже. Вот 100% хайлайтер могу рекомендовать, да, потому что он будет стойкий, он не проел тон, он очень-очень красивый, шикарный хайлайтер, и мне пора идти, ребята. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надоело мое лицо, понравилась моя речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк и оставить свой очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм, куда я выкладываю свое прекрасное, замечательное и красивое лицо. Всех люблю. Всем пока. Я загорелый гусь, розовый гусь, смотрит в окно, хочет понять, почему ты говно. Соглашусь, ребята, заявление производителя, действительно, я всегда была в сетке. Никогда сетки не было. Откуда, блядь, сетка взялась? Я не помню, что была сетка. Хотя с сеткой тоже удобно. Кто мне сетку, блядь, сделал? А? Кто мою камеру трогал? В комплекте идет замечательный пуфик, спонжик. Я его уже потеряла. А что я вам хочу сказать, ребята? Это... Ребята, хочу вам сказать... Ребята, что дальше, блядь? Тушь стойкая, не осыпается, но мне не нравится эффект склеенных ресниц. Еще зависит от того, какой тон вы вниз. Еще зависит от того, какой у вас... На самом деле это зависит, на самом деле еще зависит среди всех пудр, которые я тестировала. Да что мне с волосами? Однако, да блять.